Почему я его бить не могу? Алло, брозе, what the fuck? Ай, братишка, нет, дерево меня бьет, какой ты жесткий. С кем я сейчас буду драться, ты мне скажи. Опа, с тобой походу, да? Броза, нет, кто-то умер. Броза, братишка, ты чё, улетел? Ой, нет, Зога, ты куда убегаешь-то, братишка? Опа, кто-то умер. Опа, 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 изи. И вы только посмотрите в чат, какие же профессионалы меня оценивают, йоу. А перед просмотром моего видеоролика, я бы хотел порекомендовать вам канал Бурова. Этот парень снимает SkyWars и сливает годные текстурпаки. Он только недавно начал заниматься ютубом, и пока что у него идет все как по маслу. Но все равно этого недостаточно. Мне кажется, он заслуживает большего. Поэтому ссылка на его канал будет в описании. Не забывай подписываться и ставить лайки. А мы погнали к моему ролику. Здарова, друзья! С вами Феликс. Ну и сегодня мы затащим в тот самый SkyWars на сервере VimeWorld. Многие попросили меня записать отдельный SkyWars на VimeWorld. Ну и вдобавок слить текстурпак, причем опасный текстурпак, который сегодня я отдам вам за 400 лайков. Давайте наберем по фасту, ведь в последнее время вы что-то совсем расслабились. И никакой мотивации, кроме как не знаю комментариев, у меня больше нет. Поэтому все чисто зависит от вас. Ну и кстати говоря, точно, если ты хочешь попасть в топовые комментарии, то просто напиши какой-нибудь оригинальный комментарий, и ты 100% попадешь в ролик. Ну ты понял. А мы медлить не будем и погнали к ролику. По краю, слышишь сердце крик, это я ранен. Подскажи, старик. Итак, друзья, у нас началась та самая первая игра, ну и погнали ее также тащить. Вы, друзья, про лайки не забывайте, потому что мне как-никак будет очень приятно. А вам, наверное, как нефиг делать, ведь я правильно же говорю, да, правильно? Короче, погнали на центр, потому что мы с вами очень опасные люди. И карта такая, знаете, ну не очень прикольная. А, и кстати говоря, этот самый текстурпак я даю вам за каких-то 400 лайков. Я думаю, вы их наберете, да, наберете. Вам же не сложно, я-то это знаю. Йоу, братишка, здорово, ты походу сейчас улетишь, да? Нет, не улетел, а вот теперь улетел, до свидания. Ну-ка, там у нас еще один чувак, братишка, ты в курсе, что я сейчас делаю? Броза, здравствуй. Ты в курсе, что я не улечу, ты меня не скинешь? Братишка, броза, нет, не убегай только, не убегай, не говори то, что ты меня скинешь. И еще один, броза, до свидания. Алло. О, у нас уже есть 2 килла, и тот чувак упал, но мне килл не засчитался. Это плохо. О, вон там у нас есть еще один чувак. Так, братишка, здравствуй. Здравствуйте, мистер. Мистер, идите, нападайте на меня, пожалуйста. Ну ты чё? И еще один улетел, да ну. Остался у нас последний игрок, друзья. Где у нас еще один-то? What the fuck is this? Броза, ты где находишься? Алло. Хорошо то, что на VimeWorld есть дезматч. Это очень хорошо. Так, братишка, где ты находишься? Вот он, в АФК что ли стоял? Я не понимаю, броза. Броза, алло, ты чё? Может быть ты драться наконец-то будешь со мной или что? Почему ты так прохлаждаешься? What the fuck is this, броза? Не-не-не-не-не, куда пошел ты? Куда ты пошел? Так, броз, давай, до свидания. В общем, да, я с тобой прощаюсь, броза. И последний удар. Нет, не последний, алло, броза. Я хочу последний удар тебе нанести. Почему ты такой живучий? Вот, броза, отлично. Ты в меня. Вау, мечом он меня бьет. Смотрите, офигел, говнюк. Так, братишка, я иду к тебе. Я иду к тебе. До свидания. И погнали к следующей игре. Йоу, друзья, у нас начался тот самый второй раунд, и погнали его также тащить. Вы, друзья, про лайки не забывайте, потому что мне будет очень приятно. Ну и я не забуду вам напомнить то, что после того, как вы набираете на этом ролике 400 лайков, я тут же отдаю вам этот самый текстурпак. И вы будете с ним тащить, ну вы поняли, да? Ой, братишка, здравствуй. А кто у нас тут нападает-то на меня, броз? До свидания. Что-то у меня не так много хп, но на меня еще один лезет, броза. Погнали на него, братишка, здравствуй. А ты чё? Ты чё лагаешь-то? Я не понимаю. What the fuck is this? Он улетел. А чё-то изи. Ну и погнали, поищем классных шмоток. Я не знаю, что-нибудь тут есть, что ли, а? Крутые пацаны, по-братски, плиз. Ну, посмотрите, что я тут нарыл. Короче, вроде нормальные шмотки, не знаю. Главное то, что у нас тут есть игроки, это самое главное. Вот самое главное. То, что есть кого убивать, братишка, здравствуй. Ты хотел меня взорвать, что ли? До свидания. Окей, еще один килл у нас есть. Ну и осталась вон та девчонка. Давай, иди ко мне, я тебя буду ждать. Ну давай же, а, броза. Давай. Плиз, давай. Ну в чем дело-то, а? Давай ты тогда, броза, давай. Ну чё вы боитесь-то, я не понимаю. В чем дело? Вы профессионального игрока во мне увидели или что, братишка, сестренка, алё? Help me, ты чё, куда побежал-то, лутаться, что ли? А, прикиньте, чё она ждала? А, братишка, еще один
на меня нападает. Лол! Лол, не-не-не-не-не-не-не-нет, братишка. Пошел ты, еще хилится, прикиньте, какой жесткий. Йоу, и 5 киллов у нас есть. Ну, погнали к следующей игре. У нас начался тот самый третий раунд, ну и погнали его также тащить. Вы, друзья, про лайки не забывайте, потому что мне как-никак будет очень приятно. И, кстати, на нас тут кто-то нарывается уже, да, братишка? Здравствуй, Броза, ты чё, на кого нарвался, алё? Почему я его бить не могу, алё, Броза, what the fuck? Убил, чё-то изи. Погнали на центр, я так думаю, то что тут кто-то есть. И я, походу, прав, да? Воу, вы только посмотрите на этот броник, он такой классный, вау. Но это не точно. Ай, братишка, нет, дерево меня бьет, какой ты жесткий. Я пошутил, если что. Смешно, ха-ха. Ну и посмотрите, у нас есть целый алмазный сет, есть полный алмазный сет. Братишка, ты на кого нарвался-то, я не понимаю. Броза, до свидания. С кем я сейчас буду драться, ты мне скажи. Опа, с тобой, походу, да? Броза, нет, кто-то умер. Ну и погнали, поищем других врагов. Я просто не знаю, где они находятся. И каким образом их вообще можно найти, я тоже не знаю. Воу, вы только посмотрите на того чувака, который не смотрит по сторонам. Броза, до свидания. А, нет, он что-то удержался. Ладно, так уж и быть, пускай тот чувак живет, да, живет. И погнали поскорее на того чувака, который там что-то бегает, смотрит, что-то делает. Броза, до свидания. Броза, братишка, ты чё, улетел? Да чё вы все улетаете-то, я не понимаю одного. Ну и там у нас чувак со скином Зоги, давай, братишка, прыгай сюда. Подеремся по-честному, братаны, давайте. Воу, посмотрите только, там открылся мистический сундук, прикиньте. Вы только посмотрите на этот меч, он же жесткий, Броза, здравствуй, здравствуй. Ой, нет, Зога, ты куда убегаешь-то, братишка? Опа, кто-то умер. Ну и там у нас есть еще один братан. Так, окей, давай, давай. Опа, здравствуй, еще раз, до свидания тебе, можно так сказать, до свидания. Опа, 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 изи. И вы только посмотрите в чат, какие же профессионалы меня оценивают, йоу. Погнали прощаться. Ну что ж, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, а также ставить лайки. И не забывайте то, что я вас очень сильно люблю. А с вами был Феликс. Всем спасибо, всем пока-пока.